ребята, в общем, решил я вам показать во второй части, как это все выглядит уже готовое. Потому что на том видео, ну, довольно-таки неясно, возможно, для кого-то непонятно, как все это будет выглядеть в конечном результате. В общем, это представляет собой вот такой вот обычный карандашик. С виду ничем не приметный. Если у вас их несколько, вообще никаких подозрений. Здесь он обычно заточенный, здесь обычная резиночка. В чем вся фишка? Разумеется, что в этой резиночке. Как она работает? Я ее сильно не затягивал. В общем, вот так она просто снимается. И здесь у нас дырочка. Вот так вот выглядит скрепка, которую мы засунули туда. И ее довольно-таки легко можно извлечь. И здесь уже ваши шпаргалки. Можно написать маленьким шрифтом маленькие ответы. Вот, ну, сама... Ну вот, ответы. Можно их здесь написать. Я думаю, сама суть вам понятна. Значит, отрезаете здесь ножничками, легко перерезать. Булавочку наматываете это все. Довольно-таки немало бумаги сюда можно умолоть. Вот так я ее аккуратно завернул. Обратно могу засунуть туда. И закрываю. Ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, идеи, комментарии, кому понравилось, кому это пригодилось. В общем, если есть какие-то вопросы, пишите мне ВКонтакте, ссылочку вы найдете в описании к этому видео. Все вопросы также задавайте мне ВКонтакте. В общем, всем спасибо еще раз за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте идеи, комментарии. Пока!